Всем привет! И сегодня в рубрике «Районы Валенсии для жизни» мы посетим с вами район, который для жизни я бы ни в коем случае не рекомендовал. Этот ролик был снят еще когда мы проживали в Валенсии, но ну, как-то оно было снято понемногу. Вот тут, то там, то там, и поэтому длительное время он лежал, можно сказать, томился у меня на жестком диске. Вот. Ну а сейчас я за него взялся, ввиду того, что карантин, сидим дома. Ну, думаю, показать вам, э -э, пожалуй, худший, наверное, район Валенсии. Это Лакома. Правильнее будет отнести Лакому к муниципалитету Патерна. Э -э, Все-таки он к нему и относится. Но, тем не менее, во всех рейтингах, во всех худших районах, опасных районах, все прочее, идет именно Валенсия, именно идет Лакома, именно упомянут именно с точки зрения района Валенсии. Но на карте, если вы посмотрите, это не совсем так. Ближайший район к нему получается, это идет, по сути, наверное, Бурхасот в районе трех километров. Находится от Лаком также паттерна, соответственно Вот И, ну, До Валенсии можно легко добраться На трамвайчике На таком надземном метро то есть там оно неподалеку проходит. Ну и самый-самый близкий, это Комполивар. Комполивар, есть ролик на канале, это получается элитная такая урбанизация. Она идет часть по другую сторону от трассы, а часть начинается непосредственно в непосредственной близости от такого района. Вот получается, встречается одновременно и и роскошь, и нищета буквально граничит между собой. В целом, как я и сказал, Лакома это район в Валенсианском муниципалитете Патерна. Патерна сам городок хороший, красивый, есть много роликов на канале. Расположен от центра Валенсии, вот этот район Лакома, примерно в 10 километрах от центра. Население составляет порядка 5000 человек. Вот. Бурхосот, ближайший из крупных, относ... расположен в 3 километрах от него. Бурхасот тоже достаточно длинный тоже есть ролики на канале, посвященные Бурхасоту То есть там он достаточно большой и приличный муниципалитет. По поводу истории района. Она достаточно короткая. Вот этот район был спланирован в 60-х годах, а построили его в середине и конце. 80 -х. И начиная с этого времени он заселялся достаточно неорганизованно. Он был изолирован от всех фактически городских центров, вот даже от того же Бурхасота, Паттерны. Вот, отсутствовали какие-то транспортные средства, не было особых услуг, общественных мест, не было особых условий для проживания. И вскоре туда заселяются ну, так сказать, различные, различные лица Ну, допустим, те же цыганские семьи Вот, и, и иные, иные лица, кто тоже, может быть, ведет такой более Более свободный образ жизни Вот, и, соответственно, какие проблемы там он столкнулся С проблемами школьного образования, безработицы, здравоохранения вот, в общем-то, что и определило как лиц проживающих там, так и проблемы, в общем-то, самого района. Вместе с тем, вы видите в видео, что есть и различные школы, вот заборы, это заборы школ идут. Вот, Но ну, я думаю, понятно, да, что если там проживать, даже по соседству есть вроде бы и неплохие дома, все прочее. То есть, если выходить, есть супермаркеты уже, если выходить в другую сторону. То есть, ну, присутствуют уже какие-то и буквально в близости непосредственно. И точно так же, как и Комполивар, урбанизация. То есть, там, соответственно, уже все нормально, буквально, ну, я не знаю, в нескольких сотен метрах вот, находится вот от этого, условно говоря, такого вот райончика. Поэтому развитие идет, и как и везде, я так думаю, что со временем, конечно, со временем, конечно, он, его приведут в порядок, все-таки организуются различные, и трамвайные работы были завершены. Вот, то есть появился, по сути дела, транспорт, коммуникация, те же образовательные учреждения, ну и соседство рядом, магазины и другие и соседство с другими районами, которые разрастаются, и городами, также Патерна, Бурхасот, они растут, соответственно. Ну, как бы никто не хочет соседствовать с особо, так скажем, маргинальными слоями и потихоньку пытаются, я так думаю, их все-таки как-то социализировать, предоставить какие-то услуги, какие-то моменты. Но в настоящий момент вот... Что есть, то вы непосредственно видите на своих экранах. Я посети, посещал район э, с товарищем, мы решили пройти, посмотреть. В общем-то, людей достаточно много, но их мы не снимали, так как они очень отрицательно к этому относятся. Ну и как бы тоже искать э, неприятности, почем зря тоже смысла э, никакого не, не, име, не имело. Тем не менее, то есть э, скажа, сказав, что мы Туристы пришли посмотреть, поспрашивали, что там за район, что как. Все они отвечали, ну, по крайней мере, молодежь, что это прям лучший район, все прочее. Вот, э, то есть были достаточно, ну, такие э, горды за свой район, все прочее. Ну, вот, конечно, не могу сказать, что там что-то было такое, то есть там еще что-то. Ну, предлагали там, допустим, всякие всякие запрещенные вещи, вот. Но ну, мы сказали, что нас это, так скажем, не интересует. Вот с каких-то таких моментов, то есть сказать, чтобы там возможности там, не знаю там, ну может быть там, если ночью возвращаться домой или там, не знаю там, попадешь не на того человека, вполне возможно может какие-то такие неприятности будут в целом же, ну вот в плане именно физических каких-то негативных моментов я не видел, то есть в большей степени, конечно, это выражено в плане мусора, в плане вот такой расхлябанности, в плане того, что я не думаю, что там можно где-нибудь велосипед приковать на цепочку оставить, то есть большей большей степени в этом отношении. Так, конечно, ну я там, естественно, не не Проживал и длительное время не бывал, поэтому утверждать сто процентов не берусь, как там в этом плане. Вы можете ввести в поисковике, увидеть, что да, там есть криминальные сводки, достаточно много оттуда, то есть из э, лакомы, то есть встречаются там регулярно какие-то негативные явление криминальное, но тем не менее, то есть, ну, в том плане, это не то, что, знаете, в фильмах про какие-то районы США, что заходишь и все, оттуда не выйдешь, тебя там убьют или еще что-либо сделают. Нет, в данном случае нет, конечно, то есть это все-таки, так скажем, Испания, но вы видите, как бы, вот это то место, ну, где бы я, наверное, жить бы не хотел. да кстати сказать в этом районе получается именно непосредственно вот на вот этом пятачке непосредственно в этих кварталах особо неблагополучных не знаю как в других именно магазинов как таковых нет то есть есть такие будки перевозные там соответственно из них все продают наиболее такие недорогие продукты в общем-то поэтому ну уже дальше, уже к более, так скажем, приличным домам, ко всему прочему, уже есть и супермаркеты, и все прочее. Но сам по себе район, конечно, вот пока находится в таком вот состоянии, как вы могли видеть. Надеюсь, вам было интересно посмотреть тот район, возможно, в который вы вряд ли поедете. Вот, поэтому вы знаете, что такое тоже есть. Желаю же вам всего хорошего, удачного дня, до новых встреч. Пока.